При поддержке infobusiness2.ru. Погоня за страстной любовью является одной из самых сильных мотиваций в человеческой жизни. Потребность ощущать любовь является настолько сильной, что когда люди чувствуют, что они потеряли источник любви, боль практически невозможно преодолеть. Потерять свою любовь можно по-разному. Например, когда партнер влюбляется в кого-нибудь еще. Но это не единственный способ потерять любовь. Потерю любви можно испытать, когда партнер не то что не уходит. Вы даже порой продолжаете засыпать вместе по ночам. Но страсть уходит, и партнеры начинают испытывать боль потери. Почему это происходит? Когда в паре разлад или когда они чувствуют, что им приходится что-то преодолевать, обычно это происходит из-за того, что их что-то сдерживает в отношениях. В этом фильме Тони Робинс поможет двум супругам решить одну из самых распространенных проблем, которая не дает паре жить той жизнью, которую они заслуживают. В этом фильме вы также изучите стратегии успешной коммуникации со своими любимыми. Большинству из нас приходилось испытывать потерю любви и потерю страсти. Если вам приходилось оказываться в ситуации, когда любое ваше действие приводит к конфликту, то этот фильм многому вас научит. Наша история начинается на Золотом береге Австралии, на недельной конференции Энтони Робинса по лидерству, в которой принимали участие более 2000 человек. На ней присутствовали президенты крупнейших корпораций, студенты, предприниматели, домохозяйки и специалисты различных отраслей со всего мира. Во время конференции Робинс, как и всегда, вызывал к себе участников, столкнувшихся с самыми серьезными проблемами. В этот раз он обратился к людям, которые раздумывали над самоубийством. Когда Робинс работает с человеком, собирающимся покончить с собой, он демонстрирует практические методы, доступные каждому, с помощью которых можно решить любой конфликт или трудную ситуацию. В нашем случае Робинс обращается к молодой женщине по имени Карен, которая настолько несчастна в браке, что пытается покончить с собой, чтобы избавиться от этого. Робинс начинает с оценивания ситуации Карен. Затем он позвонит ее мужу, который живет неподалеку, и попросит его прийти на конференцию для разрешения возникшей проблемы.